Итак, снова привет, привет все дорогие друзья и дешевые недруги, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как я сходила в городскую поликлинику, где обслуживаются бесплатно граждане и не граждане Испании. Я пришла в поликлинику несколько дней назад и говорю, я гражданка Евросоюза и хочу обслужиться, хочу прививку от гриппа. Они сначала замахали руками. Нет, сеньора, иди по частной страховке, обслуживайся, здесь никаких вам хода нет, но пасаран, до свидания. Я говорю, не, позвольте. Вот, пожалуйста, вот у меня страховка, медицинская страховка гражданина ЕС, и по ней я могу обслуживаться наравне с гражданами Испании. Ну, а они немножко покрутили носом и сказали, ну, ладно, приходи. В общем, через несколько дней я получила временную карту, медицинскую карту. Меня прикрепили к нашему ближайшему, к ближайшей поликлинике и назначили время приема для прививки. Прихожу я сегодня в поликлинику. В кабинете сидит врач. Ей ассистируют две медсестры. Врач расспросила то все здорово-нездорово, какие прививки делала, что к чему. И затем мне медсестра начала делать прививки. Прививка номер один. От гриппа. Прививка номер два. От ковида. И прививка номер три. От пневмокока. Так что я собираюсь провести зиму здоровенькой и веселенькой, чего и всем остальным желаю. Итак, желаю здоровья и до новых встреч. А мне пора принять копочку. Большое дело сделала, надо отметить. Пока.